Добрый день, сегодня 25 июля 2022 год. Меня зовут Иван, Владивосток. На все звонки, на все запросы отвечаю только я. В получении денежных средств при отправке по всей России, это 99% тракторов, тоже являюсь только я. Мои контакты и стоимость трактора можете найти в описании к видео. Представляю вам надежнейшего трактор Исеки ТА-455, 45 лошадиных сил, 4-цилиндровый дизель, выдувый, с ПСМ, он быстроход, трактор в очень хорошем состоянии, крайне надежнейший трактор, шины отличные, 8,3×20, трактор с ПСМ, можно ставить на учет и ездить по дорогам общего пользования. Так, здесь нету года-то. Печка. Вот под ковриком. Бардачок от шилдик от фрезы. Нипло. Так, вал отбора мощности 4 скорости. У него в ПТО включается вот отдельно рычажком. И еще у него здесь есть тумблер. Ну, сейчас дойдем. То, что можно сцепление реагирует, не реагирует, там переключения разные. ВД отключается. Быстрый разворот кнопка. Вот все наклейки оригинальные. Что куда сколько заливать. Вот на какой скорости. Какая передача, какая скорость. Вот 25 километров. Так, 2763 часа, все родное, абсолютно вот такое вот. Вот от солнца даже такой ракальчик. Задние шины, также смотрим, жир, просто жир. 14,9×28. Бриджики. Навеска универсальная, трехточечная, можно ставить абсолютно любое навесное оборудование, быстросъем. Стоит соединительная муфта. Фаркоп. Ну, крючка нет, но сам крепеж все это есть. Диски перевернуты. Года сейчас найдем. Это вот, чтобы легко там перемещать фрезу, большая переставляется сюда. Рабочая ширина 2 метра у этой фрезы. Фреза нипла, но ножи эти под один болт. Все ножи на месте, все хорошие. Хоть и фреза нипла, но автоглубина есть, автогоризонт тоже есть. Все работает, сейчас все покажу. Задний правый шины, смотрим. Ну, что-то год так я на дисках не нашел, но по каталогу сразу говорю, что это 87-88 года эти трактора шли. Вот это переключение, вот так вот на сцепление она не действует. Так вообще выключено ПТО в режиме. А это так вот на сцепление нажимаете, она отключается. Коробка, абсолютно механика, это делитель 4 скорости. И основная коробка передач 4 скорости и реверс. У него здесь получается 16 скоростей вперед, 16 назад. Это все управление навеской. Автоглубина, горизонт. Это у нас педалька на стояночный тормоз ставит. Это угол рулевого колеса. Это принудительно двигатель включать. Хотя он из ключа выключается. А вот шильдик 2,5 объем.
45 лошадиных сил. Блокировка дифференциала заднего моста. Часов, ну, для такого трактора это вообще, потому что, ну, посмотрите сейчас, как заведется, так ключ влево, свечи прогревает и подкачка идет. Сигнал работает, левый поворот не горит, правый горит, фары горят, фонари есть впереди, но на них выход с трактора я так и не нашел, и главное управление странное, сзади тоже габариты и поворотники повторяются, и габариты тут, там все горит. Так, заднее стекло, плексиглаз, так вот, сегодня он пришел. Подъем, опускание. Вот я вручную корректирую, вот, все, он сам, автогоризонт, все есть. Опускаю, так, уже все включено по глубину. Все работает. Так, печка. Тут видно, что мотор работает, вот переключение печки здесь. Вот управление типа лево-правым светом, ну, кишков не нашел. Так, и приподнимем фрезу и вал отбора мощности. Ставим четвертую скорость. Ставим вот здесь. И все, и просто рычажком вот здесь, ПТО, видите, вот. Все, она включилась. Четвертая скорость максимальная. И вот я нажимаю сцепление, фреза крутится. Это вот сцепление. Просто потом выключаем, включаем третья скорость. Даже вот можно переключать сюда, сцепление нажимать. Вторая. Можно вот в этот режим, где со сцеплением. Включаем. Также все крутится. Но я выжимаю сцепление. И все, перестает. Вот убираю. Все, видите, тоже все работает.
ставим на первую передачу, ставим на пониженную самую LL, и здесь вот сюда первый реверс. Ну и поехали. Самый малый ход. А, есть право отбора мощности. А судик, видать, у которого бардачки лежит, вот, отлетел японец. Любезно сохранил его. Положил. Ну все, ПТО выключаем. Так, вот у нас кнопка, да, уровень, что работает, проверка масла. И вот вторая скорость. Третья, четвертая и назад. Так, тут есть вот такие штучки. Третья, ну легко переключается. Сейчас все скорость проверим. Так, это было LL, сейчас L-ка, на первый вперед, не друзья, ты руля, по-моему. Вторая. Третья. Четвертая. Четвертая и назад. Так, у нас ВД сейчас выключено, сейчас включаем. И быстрый разворот. Он на всех, кроме Ашки, работает и назад. Все, вот тут тоже загорелось. Четвертая, третья. Все 16 скоростей сейчас проверим. Все, есть. Дальше у нас идет М-ка. Первая. ВД сейчас проверим. Да. И 4. Сейчас упремся. Ставим пониже. Так, ну упереться не получится, то тут можно морду подломать. Сейчас где-нибудь блок найдем, дальше проверим. Так, М-ка. Первая у нас. Вторая. Третья. Так, и Ашка самая повышенная. Так, мне надо пройти назад. Вот, сразу стартуем. А, вот вторая. Третья. И четвертая.
блоки сейчас. На блоки попробую. Так, ну вот, у меня, как говорится, без монтажа, здесь тоже не получается блоки, клиренс выше, чем уже колесами упираясь. Ну, в любом случае, ВД 100% работает. Тут вроде все проверили. Отщепки с внутренней стороны. Это бачок для гидроусилителя руля, на него насос один, это на всю остальную систему. Газов нет. Такой тракторез, даже несмотря на свои годы, он очень хорошо себя чувствует, прекрасно даже, сказал. Зарекомендовали эти трактора уже. Четырехцилиндровый дизель с ПСМ, колеса все отличные, фреза Нипла на 2 метра, печка есть. Так что думайте, всего доброго, до свидания.